закрывать. Сейчас вот закрыли возможность встречи с медиа, на которых они что-то высказывали эти, как бы сказать, поверхности. Я так думаю, что могут закрыть и вот эти имитации, там что-то делают главные страны, якобы правительство там делают своим районам. ВКонтакте, в Фейсбуке ты можешь написать, и могут посадить или оштрафовать. Так что просто идет закручивание гаек, и нужно пытаться любую вообще, хоть не шагу назад, да, любой момент отстаивать. В том числе и эти публичные слушания, которые, казалось бы, они ничего не дают, их не учитывают, их фальсифицируют. Но все-таки это тоже какая-то трибуна для высказывания. Это возможность, чтобы хотя бы высказать власти свое отношение. Поэтому, ну, это все идет в одном общем ключе. Все эти ликвидация слушаний, ликвидация встреч там с представителями власти. И вот эти изменения законодательства по выборам. Это все одно и то же. Это идет закручивание гаек. Мы идем к диктатуре. Но... Вы знаете, диктатура тоже бывает разная. Есть диктатура, когда все-таки вот перед Второй мировой войной, да, а что, да, у нас была диктатура, в Америке была диктатура, потому что не было бы диктатуры, собственно говоря, Рузвельт не спас бы страну, Америки бы уже не существовало. Будем называть свои вещи. Там тоже было то же самое, что и у нас. Там тоже строили дороги, и люди там просто проживали в бараках и работали за кормежку. Вот. Но наши-то эти будущие диктаторы, они что делают? Они просто разваливают государство. Они просто стараются набить себе карманы. И они готовы сбежать в любой момент. В любой момент. А когда начнется у нас, ну, к чему они ведут, когда народ взорвется, как русский бунт бессмысленный и беспощадный. То есть там достанется всем, кроме тех, кто действительно виноват. То есть будут люди убивать друг друга, своих соседей, а те, кто все это заслужил, они, собственно, будут уже на Западе. Там, где их дети, капиталы и так далее. Вы подписываете? Редко отрицательно, потому что это шаг фальсификации. Просто это делается... Ведь на самом деле электронное голосование... фактически запрещено во всех странах. То есть в Германию Конституционный суд признал это неконституционным. Да и вообще, вот, мы что, у Эстонии на поводу идем, где это есть? Это делается для того, чтобы просто вот не отпустить власть, не потерять контроль над Мосгордумой. Только для этого. Потому что они понимают, что это будет катастрофа. Уже нельзя будет так бесконтрольно пилить бюджет Москвы. Вот и все. Спасибо. А вы можете представиться? Ну, Шереметьев Олег Михайлович. Я буду баллотироваться по 19-му округу в Мосгордуму. А, то есть вы кандидат, а вы независимый кандидат или от какой-то партии? От КПР. От КПР. Спасибо. Слушайте, пожалуйста. Мы должны заканчивать. Олежечка, ну давайте берите. Вот как раз по поводу публичных слушаний. Это в развитии. Хорошо, минуту. Да, это мы выступаем за парк, Афганский парк Новогиреево, Перова Новогиреево. Дело в том, что как-то ветеранская организация имела неосторожность обратиться к
КРПЦ с просьбой поставить в этом парке. Из-за того. Не будем называть его. Я кажется, это печатает. Я не против КРПЦ. Я например, защищаем храмы, которые разрушаются. Например, в Кишиняках. Вы занимаетесь перестройкой? Уже начал. Что вы делаете? Сейчас 503-й храм. Вот. Но там КРПЦ и поставили. Им главное сейчас как можно больше застолбить территорию, чтобы потом уже на то, что попадает, уже никуда не денется. И проблема-то в чем? Что это не храмы, то, что сейчас строится, это капище Мамона, которое просто для вышибания денег. И вот здесь то же самое произошло. То есть вместо маленькой часовенки будут строить, уже планируют, огромный комплекс там, и храм, и воскресная школа там, и гостиница для паломников там, и короче, то есть уже не будет никакого, собственно говоря, парка. Будет очередная церковь шаговой доступности, они говорят. Но там же в 900 метров оттуда уже строят эту церковь шаговой доступности. Там вокруг 5 этих церквей. Просто идет захват территории. И поэтому, а то, что там многие кричат, да вы там нехристи, вы против. А где вы все, кто кричите, когда мы отстаиваем тот же храм Успения Пресвятой Богородицы в Вишняках, который был построен в 1644 году и сейчас стремительно разрушается? Где все эти крикуны, все эти 40-40 и прочие? Их там никого не было. Сейчас церковь действительно уже на грани разрушения. А ведь чем отличается старый намоленный храм и вот эта бетонная коробка, которую сейчас ставят вообще в огромных количествах? Это все равно, как если вот напечатанные в типографии иконки, вот, и старая, древняя, чудотворная икона. Это вот так приблизительно. И вот они, получается, бросают в костер эти старые чудотворные иконы, ради того, чтобы нам позволят напечатать еще 1000 экземпляров вот этих. Но зато эти им будут приносить доход, потому что там людям легче прийти, вот, а то, что старые храмы разрушаются, да и бог с ними. Нет, храмовые деревья. Афганский парк. Метро Перова, там буквально... Да, это везде по всей Москве. Это происходит по всей Москве. Волнует многих, и за это тоже сейчас стоят пикеты. Спасибо. Thank you.
по поводу метро. Вы стоите слишком близко к тому пикетчику, не могли бы отойти? А если отойду, можно? Уберете это, или мы сейчас вас доставим в отдел. Они мне удобно, да? Да, а вам бы туда отдают, да, потому что два... Да, еще что? Сколько у вас всего? Всего 4. Так, сейчас, по одному еще, правильно? А это вы раздаете? Да. Да. Всем? Да, всем, кто подписал. Это у меня, по-моему, было. Смотрите, сколько у вас всего? Нет, два. У меня два еще есть. И два у меня вот этих вот вахтовых мегаметров. По три, того и другое. А, по три должны? Да, да. Я вам объясняю. Вы же пришли два адресата, и два нужно разослать. А один у вас оставить. А я пишу свой адрес. Вот здесь, да, как бы? Везу, да. Ну, да, вот здесь, ну, а туда тогда, где внутрь пойдем? Да сюда просто пишу, так твой адрес, да, с фамилией, что данное число, данное время. Ну, видишь, на память тут делала 700 грамм. А мне можно? Да, конечно. А вы кого-то представляете или от себя лично? Я абсолютно от себя. Заявление в окошко туда пишу. Так, значит, я вам даю. Я живу в районе, где хотят строить линию коммунарского метро. Это какой район? Район наш Гагаринский. И Академический рядом. А рядом, а кто у вас там депутат Мосгордумы, вы знаете? Значит, я знаю, кто у нас депутаты. Русакова депутат. Ясмин. Не-не-не, это Русакова, она муниципальная депутат. А вам нужны депутаты городской думы Москвы. А, тогда, может быть, я не знаю, кто. Надо узнать, Гагаринский район, это... Татьяна, скажите, пожалуйста, Гагаринский район, кто у них депутат в Мосгордуме? Кто депутат, извини, Мосгордумы в Гагаринском районе? Сейчас найдем. Сейчас найдем, да. Ну вот. А это к определенному, это... да? Вот сейчас вам назовут. Гагаринский район, это 37-й округ, да? Ну, человек не знает наверняка. А, понял. Она знает главу муниципального округа Русакова от Яблока. Да. Но это не то. Митрохина я знаю, но он, по-моему, не в нашем районе. Он не депутат вообще. У вас Губенко, по-моему. Губенко Николай Николаевич? Да, Николай Николаевич. Наш, да, да, 37-й округ. 37-й, точно, да? Губенко, Николай Николаевич, режиссер. Это народный артист СССР. Народный артист. А, и он является депутатом Мосгордумы. Мосгордумы. Да. Значит, да? На его имя району. Тоже Шапченко и ему тоже Губенко. Пишите в трех экземплярах. Один у вас останется, а два им отдадите. Потому что два адресата. Губенко и Шапченко. Понятно? А, надо здесь и Губенко, и Шапченко. Вот да. Сюда впишите Губенко. Потому что у каждого свой депутат Мосгордумы. Угу. Понимаете? Вы здесь напишите Губенко, НН. Шапошников. Шапошников, он председатель Московской городской думы. А, то есть тоже надо, да? Конечно, он здесь остается, он уже здесь впечатан. Но здесь вы еще через запятую пишите депутату моего избирательного округа. Губенко. Вы же здесь напишите свой адрес. Да. И там однозначно определят. Ну, вы здесь пишете Губенко Николай Николаевич. Губенко Николай Николаевич. На трех экземплярах. Спасибо. Это по публичным слушаниям. Угу. То же самое. Также Губенко, Шапошникова, только по другой теме, тут по поводу электронного голосования. Вахтовым методом хотят сделать. Ну, это разные. Это разные, да. Угу. Но депутат у вас вот... Я тоже хочу запомнить. Спасибо. А у Ломоносовского района кто? У Ломоносовского района. Тоже надо узнавать вот, у людей, которые сейчас интернет могут быстро посмотреть. Да, спасибо. Простите, пожалуйста, вот а у Ломоносовского района кто? Тот же самый. Это все один округ. Губенко? Губенко Николай Николаевич. То есть это ЮЗАО, что ли? Там три округа. Ломоносовский, Гагаринский, Академический. Вот, это 37-й избирательный округ. В нем у вас депутат Губенко Николай Николаевич. Ага, спасибо. Не за что. Вы большинство набрали. Потом ядрозы, потом... Простите, а вы можете дать еще такие вот на подружку в Ломоносовском районе? Ломоносовского.
Ломоносовскую, сейчас дадим. И тоже Губенко, да. Кстати. А, тоже, да, входит в этот? Да. Там же несколько районов входит в избирательный округ. Значит, три по градостроительному и три по электронному. Ага, спасибо. А так, в принципе, у нас больше народу. Может, мы их размножим, конечно. Бумажки мы можем размножить. Ну, вы оставьте себе там, ага, запасные. Да. Спасибо. На здоровье. Ну, они сами Поел, послал. Пора ли нам пора? Пора нам пора. Будем выполнять такие бумажки.